Анапский Пионерский проспект по праву может называться зеленым. Тысячи цветов, кустарников, по обе стороны магистрали стройные ряды хвойных деревьев, в тени которых так любят прогуливаться наши отдыхающие. Они отмечают, что с каждым годом Анапа становится все краше. Пешеходная зона мне нравится, и нравится еще, что есть зона велосипедистов. Зеленая зона мне очень нравится, опять же, я из Белоруссии, там у нас также отличительная черта очень чисто, да, и очень много растительности, поэтому здесь вы не уступаете. Чистый Пионерский проспект, нас очень это радует, очень приятно гулять. Цветы просто прекрасные, прекрасные, очень ухоженные газоны, очень все красиво, облагорожено. По благоустройству все очень даже красиво, да, розы вообще шикарные, да, оформление. Мы уже 4-й год отдыхаем в Анапе, собственно, на Пионерском поставили новые вот эти вот подсвечивающиеся фигурки, это радует. 11 километров зеленой зоны – это не только красиво, но и трудоемко. За чистотой и внешним видом проспекта ежедневно следят анапские коммунальщики. Но, по мнению главы города-курорта, есть недоработки, которые портят общую картину. Работу по благоустройству поручено усилить. И не только в курортной зоне. Еще одна гостевая трасса – Анапское шоссе – требует постоянного внимания. Еще весной предприниматели откликнулись на призыв администрации благоустроить тротуар. Сейчас Сергей Сергеев поручил городским службам привести в порядок пешеходную зону на противоположной стороне. В эти дни на участке работают 3 бригады предприятия «Ремстрой». На первом этапе здесь уложат 600 квадратов тротуарной плитки, установят бордюры, благоустроят территорию. Ширина нового тротуара составит 2 метра. Следующими этапами плитку заменят и на других участках. Так постепенно планируется полностью привести в порядок въездную магистраль.